Шанс выиграть есть у каждого. Чекпот – это возможность, посетив бар или ресторан, еще и получить подарок. Если, конечно, заведение сотрудничает с компанией Чекпот. Скачал приложение, нашел компанию на карте, сфотографировал чек и принял участие в розыгрыше. В том случае, если человек, если гость заведения тут не выиграл, то в Чекпот предусмотрена возможность работы с гарантированными призами, которыми могут выступать либо напиток к следующему заказу, либо комплимент от заведения. Одним словом, сделать так, чтобы выигрывали все. С Чекпот выигрывают все. Здесь, на выставке, компания «Чекпот» презентует свои возможности и приглашает к диалогу руководителей предприятий общественного питания, различные кофейни, бары, рестораны, службы доставки и ночные клубы. Проведение розыгрышей призов – это позитивный маркетинговый инструмент, который позволяет увеличить прибыль, который позволяет вернуть гостей и создать атмосферу позитива. Екатеринбургская компания «Чекпот» – реальный помощник всем, кто напрямую работает с клиентом. И престижно для любого развлекательного заведения, и гости довольны. Сейчас о сотрудничестве с «Чекпот» можно договориться на выставке «Индустрии гостеприимства», которая открылась в выставочном павильоне нового морпорта по адресу Круизная гавань, 4. Елена Овсицына, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.